Дело вот в чем, Александр Александрович. Кое-кто из ваших, так сказать, студентов обижаются на вас. Да? Обижаются, что они не Шаляпины и не Нежданова, так я понимаю? Колючий вы человек. Обижаются, что вы мало уделяете им внимания и отдаете больше времени четырем вашим ученикам. Ах, вот как. А кому персонально, позвольте вас спросить? Ну, в частности, вот этой новой студентке. Понятно. Кому еще, вы знаете? И почему я им уделяю, вы знаете? Да мы их отлично знаем, Александр Александрович. Я понимаю, у каждого могут быть свои симпатии, так сказать, антипатии. Но в интересах педагогики... В интересах педагогики из всех своих учеников я бы оставил в институте только эту четверку. Вот это было бы в интересах педагогики. Но, Александр Александрович, мы должны их учить... И должны, так сказать, воспитывать... Я не хочу воспитывать посредственности. Не хочу, понимаете? Довольно этой тухлой беспристрастности. Не надо засорять нашу профессию. И так уж. Александр Александрович. Вы можете не волноваться, Денис Иванович. В пределах учебного расписания я занимаюсь со всеми студентами поровну. Ну вот и отлично. К сожалению.